Так, ну чё, всем здоровчик. Вечер добрый. Так, ну чё, продолжаем нашу игрульку. Красотульку. Так, где мы остановились-то? Надо вспомнить. Мы, в принципе, вчера прошли так-то нормально, в принципе. Немало, так сказать, помучились. Так, ну чё? Сейчас я звук убавлю немножко. Остановились мы здесь, да? Всю эту хрень мы вчера прошли. Смотри, как она по лестнице спускается. Смотри. Смотри. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, что же нас интересно ждет дальше? Вопрос. Я думаю, что ничего хорошего нас там не ждет, это точно. Дверь закроется, нет? Так, здесь нифига ничего нет. Фонарика у нас больше нету. Поэтому мы... Блядь, ты чё, дурак, что ли? Подожди, а я даже ничего не могу сделать, ведь у меня ничего нету. Я даже драться не умею. Моя цель только залезть. Залазь, 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 залазь. А чё, ты не можешь залезть, да? Так, отрываем решеточку и пролазим туда. Так, ты не торопись-ка вылазить. Блин, мне бы что-нибудь оружие бы какое-нибудь найти. Я не хочу так бегать. Так, игра сохранена, отлично. Тогда нам похер, в принципе. Чё там? Опа, нифига, здесь есть люди еще. Я думал, здесь одни эти только, как их зовут-то. Так, the content, the тест-версия тыры-пыры закончилась, короче. Оу, щит. Так, я получил это. А почему я выбрал это? Я только одно могу взять. Прикольно, подожди. Давай попробуем еще раз. Стой, 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 стой. Там же была эта дорога в другую эту сторону. Вот, смотри. У нас там дверь, а есть еще лестница. Давай попробуем по лестнике спуститься. А, ну это обратно мы можем перелезть. А смысл? Смысл какой? Куда полезла? Блин, ну у нас... А, ну ключа у нас не будет. Все, мы же прошли. Ну и все, в принципе, это конец, да? Но! Есть одно но. У нас же есть там еще главы. Другие, по-моему. Сейчас попробуем посмотреть. То есть, по сути, у нас тестовая версия. Нормально, я так присел. Что у нас тестовая версия закончилась. В халате. Просто версия в халате закончилась. С голой жопой. И все. Так, еще раз смотрим эту картину. И на этом у нас все заканчивается. Какие-то здоровые парни, смотри здесь. Отлично. О, подожди, так я могу, наверное... Я могу все три забрать, так, если я так замучу. Подожди, давай мы сделаем еще раз. Давай зайдем в офис. Мне надо было перед душем все в схрон сохранить. И тогда у меня бы все в схроне в этом осталось. Наверное, подожди-ка. А теперь у меня там пустота. Нет, фонарик есть. Костюм есть. М.
Да, смотри, я вытащил и тот, то есть можно, по сути, все эти забрать. Жесть какая. Жесть какая. Посмотри сюда. А зачем я это все забрал? Так, ладно, фиг с ним, подожди. Нам нужно сделать селфи. А у нас работает компьютер наш? А ну-ка. Письма. Всякие разные. Фотографий нету. Так, этого зомби мы видели, и этого видели. Ага, это мы все прошли. Так, подожди. Как бы нам поймать свет? Нет, это слишком ярко. Нужна половина. Может, к этой стенке встать? Ну-ка, повернись сюда. Ну, кстати, неплохо. Не знаю, правда, нафига ей такой костюм. Но пусть будет, ладно. Сейчас мы сделаем селфик. Вот так вот. Так, и, короче, идем тогда смотреть. Раз мы здесь все уже завершили, мы идем смотреть. Так, DLS у нас нету, понятно. Где-то был выбор Challenge мод, вот. Так, подожди. Или это просто этот? О май гад был, подожди-ка. Ну давай, допустим, выберу вот это вот старт. Что это будет? Просто хочу посмотреть. То есть у нас замка нету, по идее, да? Там ведь где-то показывали, что типа замок есть. Так, подожди, а у меня есть какие-то стволы? Очень интересно. Это что, типа стрельбище какое-то? Да, вон топоры. А стволы здесь есть? Во, UMP-шка есть. Я, кстати, с нее не стрелял. Давай посмотрим. Так, это что? Давай прибавим жизни. Это типа волны какие-то, что ли, получается? Блин, ну нам бы не помешало патрон бы хапануть. Были трусы. Зачем нам трусы? А мне даже нечем стрелять, ты ё-моё. Короче, это просто волны. Ай-яй-яй. Это просто волны. И мы здесь выбираем разные перки, короче. Ну и плюс там. Подожди. Эй! Все, я понял суть. Так, а что у нас еще здесь есть? Дробаш я бы хотел посмотреть. Дробаш есть здесь? Вот он. Я бы хотел на дробаш глянуть. Хорош.
Как тебе такое? Подожди. Просто какие-то волны получаются у нас. Офигеть, ты что не умираешь-то, я не пойму. Собака вонючая. Все, ушатал меня, смотри. Так, ладно, ну мы это посмотрели. Так, теперь давай посмотрим сюда. Что у нас здесь? Блин, а я там видел на этих, на превьюшках, там этот замок. А замка пах... Так, стоп, 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 подожди, подожди, Сейчас мы все возьмем. И ревик давай заберем. Да вообще все давай заберем. Так. И чё? А, ну здесь у нас будет эта девка. Подожди, давай возьмем Юмпик. Где она? Ага. Подожди, смотри, мы что сейчас делаем. Берем. Раз. Вот я лошара. А как я теперь в нее стрельну-то? Два. И три. И теперь, если я сейчас сам не убьюсь, в чем я сомневаюсь. А ну-ка иди-ка сюда, дорогуша. Смотри, сейчас прикол будет. Давай. Хорош, смотри. Так. А ну-ка, держи-ка подарок. Все, смотри. Уровень третий. И что, это просто тупо их гасить здесь? Мне интересно, сколько она выстрелов выдержит. Блин, дофига походу. Опа. А, эта кофта только здесь или ее можно заработать? Подожди. У нас есть схрон. Ага. Погоди. Короче, я убил четверых. Что у меня есть? У меня еще есть мина. Мы сейчас ложим мину еще. А, их там две уже, что? Их там две, смотри. А, мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы сейчас вот сделаем вот так. На, держи, красавица. Ай, хорош! Хорош! Стоп, 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 стоп! Так, у меня вопрос, у меня останется эта кофта или нет? Так, здесь мы были, здесь мы были. Давай вот сюда зайдем еще. Посмотрим. Что у нас здесь вообще происходит? Так, ну я не вижу никаких стволов. Патроны патронами, а... Здесь у нас ящик. Но у меня нету Патрика. Так, подожди, подожди, братва. А чем стреляться-то я с вами буду? Вы давайте не спешите. Мне же чем-то надо стреляться, или я тут королевскую битву играю. Там видел топоры, вот есть стволы какие-то. Короче, в этой фигне мы можем заработать разные плюшки. Волны проходим и... Пипец, я косой. Зарабатываем разные плюшки.
вопрос только, смогу ли я их потом с собой забрать. Ну, это такая изичная волна, походу, не? Зайди. Ну, давай XP. Я не знаю, правда, зачем мне XP? Смысл какой в нем? И можно по комнатам полазить. Может, мы что-то найдем? Нет. Давай возьмем юмпик. И гранатки. Пока у нас... Давай еще XP. Не знаю, в чем прикол. Мне бы какую-нибудь плюшку бы дали бы лучше. Двери все закрыты. Смысл их нету дергать. И что, все? Волна зак... А, нет, вот вторая волна пошла, походу. Так, тут уже... Опа! Хорош! Так, хорош, хорош. О, они аптечки еще кидают, надо собирать. Короче, это просто волны, да? Ну, прикольно, конечно, если зарабатывать там эти. Но это надоест. Пока что я заработал только кофту. То есть здесь разные эти мутагены. Но у меня патрошки кончаются, честно говоря. А мне еще ничего хорошего не дали. Почему-то. Блин, а у меня же есть... Так, ну что, патроны-то на исходе? Надо что-то искать. Надо искать какие-то патрошки. Ах ты, собака вонючая. Ну, давай, идите сюда. Минус две сразу. Так, сейчас будет третья волна, но мне патронов не хватает. А кто там? Монстр сейчас какой-нибудь будет, наверное. А, теперь эти с глазами пошли. Не знаю, что сказать. Ну так прикольно, конечно, пострелять, потренироваться. Но опять же, какой в этом смысл? Все, ноль патронов. И в ревике нет. А это что за патроны? Патронов нету. Мне нужен обычный пистолет. Подожди, там какой-то подарок есть, что ли? Опа-опа-опа-па. О, нифига себе. Блин, где мне взять пистолет? Здесь вообще 5 гранат. А ну-ка, держите.
Ай-яй-яй. Где у нас обычный пистолет, ё-моё? Тихо-тихо-тихо. Почему-то у меня нету обычного пистолета. Да, у меня нет обычного. Подожди. Очки берем. Вы что такие злые-то, ё-ма? Короче, здесь можно собирать камушки. Ай-яй, все, меня ушатали, да? Так, ладно, фиг с ним, подожди. Давай посмотрим, ты посмотри. Давай зайдем в офис и посмотрим. У нас же все эти шмотки остаются. То есть там, короче, выбиваешь шматье. Блин, очки мне не нравятся. Без очков куда приятнее смотрится. Ну-ка. Смотри в камеру. Сейчас сделаем еще один. Блин, размыто получилось. Сейчас, подожди. Получается размыто. Так, ну пипец, короче. Закроем и, значит, заканчиваем с этой игрушечкой. Пойдем посмотрим, что у нас в этом. Так, подожди, а кофта где? А кофта куда делась? То есть это с чем я вышел, с тем я вышел, что ли, получается? Да. Кофты нету. То есть... Ой. Давай мне здесь не раздевайся, но его нахер. Короче, мы сейчас вот это выкидываем. Подожди, а если мы вот этот сейчас наденем? Куда ты ее дел? Подожди, что ты делаешь? Так, ну допустим, вот этот вот. Но этот цвет не катит сюда вообще. Короче, убираю. Это убирай тоже. Так, это у нас одето, да? Очки тоже убираем. Освобождаем место. Так, а если мы зайдем еще раз в этот? Вот сюда зайдем. Continue your journey from the latest save point. Короче, да? Что у нас получается? Мы живем в каком-то небоскребе. Так. Сейчас выйдем в меню. И все, в принципе. Специал, спасибо. Апдейт. Апдейт был 1.30.01. Короче, ждем, когда выйдет игра. Я думаю, мы в нее поиграем. Давай еще раз в челлендж зайдем. Вот этот, по-моему, самый простой, наверное, будет. Хардкор, изи. Давай нормал оставим. Попробуем сейчас. Интересно, много здесь вообще плюшек можно выбить? Так, смотри, здесь будут эти трое. Здесь будут красные. А здесь просто ползунки. То есть можно набивать на одних этих, что ли? Давай попробуем. Не, давай вот сюда. То есть мы зашли. И у нас, по сути, одни ползунки будут, что ли? Ой, ползунки эти. Бродяги.
Так, ладно, пока они идут, мы сейчас здесь пособираем. Ну, давай экспишку возьмем. Не знаю, что лучше брать, жизни давай возьмем. Так, ну их становится дофига, кстати. И не факт, что у нас патронов хватит, хотя их уже, в принципе, нет. Аптечек в море. Так, ждем следующую волну. Аптечек вообще немерено, даже можно сказать. Эти быстрые, но они легкие. Так, мне, кстати, надо взять нож, если вдруг меня кто-то схватит, чтобы я ему мог воткнуть. О, теперь эти с этими, с глазами, да? Интересно, что с этими кристаллами потом надо будет делать? Вопрос. Так, все, патронов нету. Берем ревик. И гасим пока их так. Труселя пропустил, но правда не знаю, зачем они мне. Ну, наверное, это интересно кому-то. Короче, здесь дают трусы. С трех выстрелов. Надо кристаллики эти собирать. Ой, зачем ты нож-то взяла? Я хочу другое взять, но она перекидывает меня на это. Так, собираем все эти кристаллы. Берем потрошки. Так, а у нас, кстати, дробаша-то нету. А ну-ка, подожди-ка. Два патрона осталось. Да хорош. В смысле, а чё она не взорвалась? Так, а кто будет сильнее их, я не пойму. Короче, мне эти кристаллы надо собирать. Это обычные чуваки. А кристаллы мне дают прокачку, по-моему. Но у меня есть нож. Если что.
Так, подожди, давай еще камушки собираем. Все, я прошел. Опа, 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 опа. Опа, 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 опа. О, это подгон. Я могу взять что-то одно. Ах, вы нехорошие вы люди. Ах, вы нехорошие вы люди. Ну, давай возьмем вот это вот. Что дальше? Короче, суть-то что, персонажа одевать? Ну, смотри, нарядов дофига сделали, кстати. Нарядов сделали дофигища. Ой-ой-ой. Это жестко, это жестко. А чё пиксели какие-то? Подожди-ка. Чё у нас полигоны какие-то видно? У нас чё там с графикой? У нас всё на бесте стоит. Как круче некуда. А почему? Почему? О, кстати, motion blur можно, наверное, выключать, чтобы это... Кадров побольше было. Почему у нас... На ней эти полигоны прям видать, смотри. Как будто она только с 3D Max'а выбежала. Чё за фигня? Или это, а или это на этих, на чулках, что ли, видать? Хрен его знает. Короче, ладно. Так, все понятненько. В общем, вот такая суть. С этой игрой мы, значит, заканчиваем. Но не на совсем, я думаю. Я бы, конечно, в нее поиграл. Есть интерес, она гладенькая, ровненькая, мягкая игра. Стрельба хорошая. Ничего не дергается, ничего не глючит, не фризит, не багуется. То есть вообще все сделано идеально. Ладно, добавим желаемое, если что, будем смотреть. Я, конечно, сегодня планировал поиграть, но... Надо было, можно было тогда вчера до этого конца дойти. Так что вот такая у нас серия. Все, давайте. Всем спасибо. Всем пока. Увидимся.